хуже. Это вот только вошло в привычку у меня, что я постоянно ощущаю, что как бы не изношивалась моя внешняя оболочка, как бы не истощались силы, да Господь каждый день обновляет во мне моего внутреннего сокровенного человека, ту часть моего существа, в которой запечатлены его образ и подобие. С этим ощущением я живу все время, сколько себя помню. Путь к Богу никому не заказ. Прийти к нему может каждая женщина. Благодарю вам за внимание. Прежде чем попрощаться, я хочу рекомендовать вашему вниманию книгу «Доктор Добсон отвечает на ваши вопросы». Для людей среднего возраста и старше. В этом разделе вы найдете ответы на такие вопросы, как, например, что мне делать, чтобы принять надвигающуюся старость без ропота, с упованием на Бога и благодарностью? Или обязательно ли должно уменьшаться половое влечение на 6, 7 и 8 десятке? Все подобные вопросы доктор Добсон дает честные и откровенные ответы. Более того, он отвечает даже на те вопросы, которые мы зачастую боимся или не имеем возможности задать. Текст доктора Добсона читал Евгений Вестник, вопросы задавал я, Лариса Бичакова. Сегодня были использованы отрывки из книг доктора Добсона в передаче «Бесчисленные фокусы в мире».